находимся в бассейне А30. И сегодня у нас на обзоре, мы хотели бы вас познакомить вот с такой новиночкой, лобстер. Это глубинный лобстер. Он имеет общий вес в полной комплектации 600 кг. И сегменты, съемные сегменты, каждый весит по 50 грамм. Соответственно, можно нырять как с одной базой, так и с частью этих сегментов, так и со всеми сегментами. Там внутри этой гибкой конструкции прогнеченные пазы, в которые вставляются эти дополнительные груза. А также шнурочек, тоже промагнит. В общем, чудесная штучка. Сегодня мы будем впервые нырять в глубину вот в этом прекрасном девайсе. И покажем вам и расскажем, как это оно. А еще я вам скажу, такая штука единственная в России. Ибо мы единственный дилер эксклюзивной компании «Лобстер». Ну-ка расскажи нам, как тебе нырялось в нашем новом грузе? Всем привет! Только что отнырял несколько сессий на 30 метров вот в этом замечательном грузовой системе от Lobster, которая называется Squid Calmar. Прикольное название. Честно говоря, немного относился скептически и думал, что она будет как-то слетать, переворачиваться. Но по факту система оказалась очень удобной. И какое-то вот ощущение, что она у тебя на шее, присутствует только вот при самом заныре. Уже как только начинаешь идти вниз, и она переворачивается, ну, тело переворачивается, она немножко садится на свои места, забываешь совершенно об ее присутствии, и довольно очень комфортно, и очень классное у меня впечатление. Человек вот ошейники обалденно приятно. Его нужно настроить под себя чуть-чуть, стянуть шире, выше, чтобы не бил по скулам. Это важно. Это я сделала сейчас только что под водой прямо, во время нырка. Вот. И он уже больше на мне не ощущался.